Ассаламу алейкум. Вы смотрите народный проект «Узбекистан» на канале «Диалоги о рыбалке». И мы сегодня в один из древнейших и самых сказочных городов Узбекистана, в Бухаре. А еще Бухару называют «Жемчужиной Востока», музеем под открытым небом. И сегодня мы с Акоебеком решили съездить на рыбалку на озеро Девхана, логово дьявола, в надежде поймать хоть какую-то рыбу и отдохнуть душой. Акоебек, поехали? Поехали. Двадцать восемь миллионов лет назад исчезло Великое море. Тезис. Уходя, оно оставило наследство человеку бескрайную пустыню Кызылкум. Кызылкумы часто обманывают туристов, которые ожидают увидеть бесконечные песчаные дюны вокруг. Наша пустыня совсем другая, она живая, вся цветет и пахнет. А если присмотреться, то под каждым кустом и за каждым камнем вы сможете увидеть жизнь. Самое красивое время для Кызылкума – весна. Это время бурного, но очень короткого цветения. Вылезает зеленая трава, цветы, кустарники покрываются зелеными шапками, и это настоящее чудо. Пустыня Кызылкум стала местом обитания 100 видов животных и растений. Она не такая пустынная, она живая. Доказательства тому встречались на каждом шагу. Животный мир Кызылкума включает в себя млекопитающих и птиц, и змей, а также ящериц, варанов и черепах. Некоторые обитатели пустыни настолько маленькие, что заметить их можно лишь хорошо присмотревшись. В Узбекистане встречается около 10 видов скорпионов, около 20 видов фаланг и более 100 видов пауков. Наступил май, воздух теплый, весенний. Даже несмотря на порой поднимающийся ветер, срывающийся дождь, уже нет прежней прохлады. Даже хмурое небо не затмит всех красок зелени и цветов, а ветер всего лишь разносит приятный аромат этой красоты. Белое воздушное облако неторопливо проплывает по небу, а в душе так тепло. С приходом весны природа наполняется уже не хмурыми, серыми, холодными красками, а яркими, зелеными и наполненными жизнью. Но погода остается все равно переменчивой на протяжении всей весны. То тепло, словно летом, то пасмурно и прохладно, словно осенью. Озеро Девхана, что в переводе на русский, означает «логово дьявола». Находится это озеро 150 километров от города Бухары. Средняя продолжительность поездки на машине составляет около 3 часов. Половина пути до озера – это асфальтная дорога, а вторая половина – это грунтовая дорога и пески. Подъезжая к озеру, сразу можно заметить, что озеро находится в низине. В некоторых местах спуск в воде затруднен песчаными склонами до 50 метров. Озеро небольшое, берега бесформенные, есть неглубокие заводи и глубоко заходящие выступы в озеро. Средняя глубина до 15 метров, а максимально больше 100 метров. Но возле берега имеет небольшие полосы водорослей. Но и на больших расстояниях водоросли тоже присутствуют. Вода в озере поступает весной через канал, а выхода с озера нет.
поэтому вода и в озере соленая. Ну вот и наконец-то мы приехали на озеро Дельхона, логово дьявола, с Артурчиком. Сейчас начнем рыбалочку, Артур. Наконец-то. Ну, дорога у нас была тяжелая, конечно, около 4 часов за него, правильно, да, время? 4 часа, ну, я могу сказать так, что я поражаюсь над вашей оперативности. 4 часа назад я только начинал заниматься своими повседневными делами, работа, костюм. Прошло 4 часа, я уже здесь. Ну, хорошо, Акылбек, хлеб я забыл, мой косяк. Вот, это самое главное. А как тебе вообще озеро, понравилось? Озеро, в принципе, хорошее. Значит, это один из моих самых любимых озер. А почему Дельхона? Логово дьявола, говорят. Ну, что-то в переводе. Здесь очень много, знаешь, над этим озером очень много легенд. Я не знаю, насколько это правда или нет. То кто-то видел здесь змей огромных. То, что самые здесь очень большие водятся, я так знаю. Потому что в этом году мои друзья поймали гусамов около 4 метров. Интересно. Даже один лежит рядом с самым. Там можно даже определить размер самым. Сколько по диаметру человека есть разница какая-то. А правда то, что здесь впадина, да, более 100 метров? Больше 100 метров, да, впадина есть. Ну, наверное, есть места больше 100 метров. Наверное, из-за этого и... Отсюда и название этого озера, Дельхона. Но мне, насколько я помню, мы с друзьями сюда приезжали года 2 назад, 3. Клев идет только ночью. Да, ночью, до 5 часов утра хороший клев. Как солнце поднимается, солнце, и все, клев тормозится. Еще одна особенность этого озера. Днем, в принципе, здесь затишье. Штиль, как сейчас, в принципе. Это можно здесь пока подготовиться, а ночью начинается самая рыбалка. Давай мы начнем с тобой уже. Научим свои удочки. Можно? Расчехлять будем и научим. Давай с тобой. Артур, с чего началась у тебя любовь к природе, рыбалке? О, первое знакомство с дикой природой у меня началось в 3 года. У меня деда своей дружной компании выцепили и забрали. Всю разумную жизнь, в принципе. Уже юность, молодость я посвятил охоте, рыбалке. Ну, рыбалке, в основном рыбалке. Потому что здесь как-то она более гуманная, что ли, так сказать. Узбекская природа, она вообще настолько разная, настолько своеобразная и обширная, что ты можешь рыбачить здесь в плюс 35, а через 3 часа ты можешь уже стоять в куртке где-нибудь на речке, в горах, в Кашкадаре и рыбачить просто на Мариинку.
Ну, Артур, сейчас 35, я понимаю. А когда июнь-июль, это плюс 75, это вообще... Это кошмар. Это кошмар. Но зато что... как хорошо. Ну да. И парилка не нужна будет. Не нужна, но зато приезжаешь уставший, но такой довольный, как барсук. А самый большой, большая рыба, которую ты поймал? Ну, какая рыба была? Это было, да, это было в годы студенчества. Килограмм 8. На Сачанкуле ловили по 2, по 3 килограмма судака. Тоже, судачки, да? Да. Килограмм 8 – это сазан на каракири. А вот именно в Девхане что тебе приходилось ловить? Озеро Дьявола, вот, Лобово Дьявола? Сазан? Сазан. В основном сазан, да. Судаков? Нет, не судаков больше. Я лично не ловил. Говорили, что глубинные судаки здесь и есть, водятся. Но судаки очень хорошие. Впадина такая, то и судаки глубинные есть. Но здесь ловить не приходилось. Артурчик, по-моему, что-то клюнуло, бля. Вот что-то. Какой красивый, смотри, какой желтенький. Вот, друзья. Поздравляю. Спасибо. Вы держите как будто слиток золота. Да, о чем говорил, что он как золото слиток получается. А Акуайбек, знаете, это озеро, в принципе, славится такой рыбой. Она очень горит. Она золотистого цвета. Здесь вода еще чистая. Она, она немного соленая, но она чистая. Да, она соленая. Что, отпустим рыбку? Конечно. Первое. Дай бог, что не последнее. Уплыла. Иди папу позови. Или дедушку. А лучше и папу, и дедушку. И дедушку, да? Для каждого рыбака рыбацкое счастье – это что-то свое, что-то особенное. Такое чувство, когда понимаешь, что все остальное вокруг не так и важно, а душа просто поет и хочется жить, и делать что-то хорошее, отчего всем окружающим становится тепло и хорошо. С другой стороны, рыбацкое счастье – это личное. О чем не станут кричать, а просто молча примут этот дар и вновь окунутся в жизнь. Рыбацкое счастье для каждого свое. А если серьезно, рыбалка – это не только приятное увлечение любимым занятием огромного населения планеты, но и ниточка, связывающая человека с живой природой. Да, вроде что-то есть. Сопротивляется хорошо. В нем мелочь, вот, да, вон сазанчик, вот, кажется. Такой же стандарт. Вот и уха у нас готова. Еще пару штук, и уха готова. Не-не-не-не. У меня для вас сюрприз. Как вы мне ухаживаете, сюрприз? Ох, какой сазанчик, смотри. У меня такое ощущение, что они стандарт. Красавец. Какой-то косяк. Уха? Нет. Теперь для, от меня сюрприз вам. Вы меня сегодня сюрприз устроили, вытащили меня на рыбалку. Теперь я сюрприз устрою. Тогда отпусти, пусть плывет. Ну давай. Пусть папу с мамой позовет. Красавец какой. Артур, этим она интересна, рыбалка. Воздух. Тут даже мелочь, она... Общение. Да. Хотя ей не скучно сидит. Тут даже клюет маленькая рыбка, но все равно вот получаешь удовольствие, когда его вытаскиваешь. Колоссальное, правильно? Удовольствие. Согласись. Приезжаешь с рыбалки, как будто чувствуешь, что отдохнул. В принципе, и работы много. И не каждый день на природу выезжаешь. Конечно. Что, друзья, почаще надо выезжать в природу, на рыбалочку. Правильно, Артур? Согласен. Надо любить природу, уважать. Природа отнесется к вам так же, с уважением. С этим согласен. Всем, особенно рыбакам, известна пословица, смысл которой состоит в том, что время, проведенное на рыбалке, не учитывается Богом в жизни человека. А кому хочется подольше жить? Правильно, всем. Просто не все знают об этой пословице. Смотри, смотри. Это что такое? Покрупнее, кажется. А, нет, это парочка, это дублет, так говорят, да, кажется? Смотри, смотри. Сазанчики, да, оба? Да. Да, на, подержи удочку мне. Освобожу я их. Смотри, какие красавицы.
Я уже начинаю задумываться, а не сварит ли реально духу, а? А ты идею бросил, что надо их отпускать, а тоже отпускать, надо беречь природу. Все, согласен, согласен. Что, клюнуло что-то? Да. Ну давай, вытащи. Вот еще я тебе помогу его вытащить. Ух ты. Хорошо видишь? Сопротивляется, хорошо? Сорвался. Да не. А нет. Вон, вон, есть. Вот, да. Вот. А твой бег? Давай я тебе сейчас помогу. Вон, еще здесь кусок сетей, смотри. Ну какие люди нехорошие, сетями пользуются. Ну есть такие. Наши вот видите, да? Ночные дьяволы. Даже браконьеры аж сюда доехали. Надо жечь их. О! Вот карпик. Карпик. Смотри какой. Это зеркальный карп. Зеркальный, да, получается. Зеркальный карп. Как тебе такая красавица? Отличная рыба. Отличная, да? Да. Отлично. Очень красивая. Красивая. Отпустим? Конечно. Пусть плывет. Пусть плывет. Пусть растет. Она вырастет. Дай бог. Лет через 5 приедем с тобой на рыбалочку. Да, если он попадет, он уже, наверное, килограмм 20. Да, наверное. Да. Она или он, я не знаю. Смотри, как плывет она. Этим интересна эта рыбалка, знаешь? Когда свежий воздух, когда отпускаешь. Когда их отпускаешь, рыбу, ты еще лучше, по-моему, получаешь удовольствие, чем его забрать, резать, жарить и кушать. Мне кажется, будет больше удовольствия я получаю, когда вот, да, его вытаскиваешь, и когда ты его отпускаешь. Такой, да, порезать и пожарить. Мы сейчас порежем и пожарим баранину. Вы тогда продолжаете рыбачить? Ага. Я пойду подготовлю праздничный ужин. Все, договорились. Ну вы потом присоединяйтесь. Я подойду, я тебе помогу. Расскажу. Все, я помогу тебе подойду, хорошо? Отлично. Рыбалка как праздник. Это целая процедура, которая начинается за несколько дней, а то и за целую неделю. Посматриваю комплектацию по несколько раз, чтобы ничего не забыть. Артур, я вижу, процесс пошел. Семимильными шагами в сторону заключительного этапа. Что мы сегодня готовим? Сегодня готовим праздничный ужин. Почему праздничный? Наверное, инициатором праздника вы, могу назвать вас. Потому что вы меня все-таки пригласили на эту рыбалку. Для меня это праздник. Для меня это... Мне очень приятно это слышать. Артур. Просто у меня нету слов. Если я смог сегодня устроить этот праздник, мне это приятно. А я для вас устрою праздничный ужин. Я это вижу. А что нам для этого нужно будет? Готовим казан-кабаб. Это национальное узбекское блюдо? Национальное узбекское блюдо – это раз. И это самое вкусное национальное узбекское блюдо – это два. Для этого блюда потребуются следующие ингредиенты. Это молодой картофель, это корейка молодого барашка, ну и, конечно, узбекская зелень. К узбекской зелени можно добавить еще сбор приправ, собранных
в горах. Это уже к мясу, да? Это конечно, все конечно, к мясу конечно. Это мы будем делать. Тогда тебе помогу, и вместе мы с собой приготовим это блюдо. С удовольствием. Проследите за костром, порежем все остальное. Побеседуем. Все. Начнем тогда. Давайте я сейчас за костром посмотрю, а ты пока начни готовить. Итак, хорошо накаленное масло. Хорошо накаленное масло. Мы добавляем корейку молодого барашка. Он должен так прожариться до корочки. Около очага очень тепло. Ветер поднялся. Я говорил про загадочность этого озера. Имею в виду погодные явления. Мы 2 часа назад купались тут. Хорошенько прожарить до корочки барашка. В принципе, это минуты 3-4. А, чтобы корочка покрылась? Чтобы корочка покрылась. Самое главное, покрылся корочка. А тушить мы его будем в конце, после того, как мы прожарим молодой картофель. Итак, он у нас уже практически прожарился. Видите, корочка какая золотистая? Красивый. Итак, не прошло и 5 минут. Мясо готово. Мясо готово. Мы его убираем. В стороночку. Мы его скоро, мы к нему скоро и вернемся еще раз. А сейчас у нас в очереди картошка, да, уже? Следующая очередь картошка. Картошка. Понимаешь, Акай-Лубек, мясо оставило все свои вкусовые качества вот в этом масле. И сверху мы сейчас просто закинем свежую, ненарезанную картошечку. И вот эти все золотистый блеск этой картошки, он только из-за этого баранил. Я тебя понял, давай картошечку. Дайте чуть поможете. Масло не растительное, а масло животное. То есть процесс кипения проходит чуть-чуть медленнее. Можно сюда? Давай. И еще на 5 минут. Все? Уже начистил молоденький чесночок. Я уже заранее тебе все приготовил. Хватит этого? Или еще там? Еще. Еще нарезать, да? Много не бывает. Итак, можете сделать? Да, конечно. Минутку, давай сюда. Мы вычерпываем часть масла. Это нам уже не понадобится. Я вот сюда поставлю что-то. Не горячо. Да. Так удобно. Мы его оставляем совсем-совсем мало на донышке. Потому что основную часть времени мясо с картофелем у нас будет тушиться. Тушиться он будет вместе с зеленью, с лучком. С приправами. И с приправами.
Хорошо, я тебе давай подаю мясо. Да, мясо у нас уже в принципе. Огонь придется убавлять. Огонь мы убавим, потому что мы раскладываем мы равномерно, красиво. Потому что барашек у нас молоденький. Ой, какой запах, человек. Чувствуете? Запах шикарный. Обалденный. Как сказали бы друзья, в принципе, мясо уже готово, картошка не нужна. А здесь сейчас получится картошка вкуснее, чем мясо. На любителя, на любителя. Добавляем лучок. Молодой чесночок. Не жалеем травы, не жалеем специй. Самая вкусная еда в Узбекистане. Я согласен. Так, теперь соль и приправы, да? Совершенно верно. Какой запах? Запах шикарный. Обалденный запах. Поэтому еще немного соли. Друзья, посмотрите, какое блюдо. Какой запах здесь, Артур. Запах сказки. Ты устроил настоящий праздник сегодня, знаешь? И рыбалка у нас получилась шикарно. Согласен. Перед ужином предлагаю, пока это все дело тушится, нарезать узбекский салатик. Давай начнем, тогда я тебе помогу. Отлично. Я уже устал, если честно, ждать. У меня уже слюни текут от этого запаха по всей пустыне, по всему озеру. Открой крышку. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Посмотрите на этот цвет. Картошка красненькая такая. Она впиталась весь этим соком, да? Все, здесь все. Давай накладывай, я уже больше не могу ждать. Все. А то я сейчас начну с корона кушать. Мяско, мяско такое. Жаль, что камера не может передать запах и вкус. Друзья, действительно, здесь такой запах стоит. А картошечка такая красненькая, ну смотри какая. Ой, какой хороший запах, отменный. Вот это красота. Вот это красота, друзья, посмотрите. На природе всегда все удивительно. Идем к столу? С удовольствием. Подводя итоги сегодняшнего дня, Артур, мы с тобой очень хорошо провели время. Отлично. Поймали несколько сазанчиков. Небольших. Небольших. Ну? Ну? Размер рыбы не важен. Важен процесс воссоединения. Важен процесс. Тебе этот день понравился, сегодняшний день? Очень понравился. Благодаря вам, спасибо вам огромное, то, что все-таки вывезли меня с этого города на природу, пообщались, половили рыбу, сготовили вкусное блюдо. Только ради этих моментов стоит жить. И приезжать. И приезжать к нам в Узбекистан. Праздник удался. Праздник удался. Вы смотрели «Народный проект Узбекистан» на канале «Диалоги о рыбалке». Встретимся в следующей передаче. Всем ни хвоста, ни чешуи.